Здравствуйте. На телеканале «Россия» «Вести Татарстана» в студии Лилия Галимова в этом выпуске. День траура. В Татарстане собирают гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Крымске. Перспективная нефть. Президент советует ориентироваться на 100 лет вперед при добыче черного золота. Что еще обсуждали на нефтяном саммите? Следят на суше и на воде. Кого высматривают сотрудники ГИМС на водоемах и пляжах? Слово подрядчика. За что мэр Казани призывает дорожников к совести и какие требует выполнять обещания? Таракани бега прямо в квартире, откуда в Чернинском доме полчища насекомых. В России сегодня день траура. Вся страна скорбит по жертвам наводнения на Кубани и ДТП с российскими паломниками на Украине. Приспущены государственные флаги, отменены все развлекательные мероприятия. В результате разрушительного наводнения, обрушившегося на Краснодарский край 7 июля, по последним данным, погибло более 170 человек, большинство из которых жители Крымского района. В общей сложности пострадали свыше 26 тысяч человек. Волной, что нахлынуло ночью, буквально смыло дома, машины, дороги. По официальным данным, причиной трагедии стали ливневые дожди. По факту массовой гибели людей возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Скорбят и в Псковской области. В тот же день, 7 июля, произошла еще одна трагедия. Автобус с паломниками, направлявшийся из Великих Луг в монастырь Почаевской лавры на Украине, выехал на встречную полосу и перевернулся. В результате ДТП погибли 14 человек, 29 пострадали. Водитель автобуса задержан и помещен в изолятор временного содержания. Работает телефон горячей линии. Номера вы видите на экране. Любую информацию о ситуации в Краснодарском крае можно получить по бесплатному номеру 8 800 775 17 17. Телефон для родственников погибших и пострадавших в ДТП на Украине 8, код города 8 112 794 455. В Казани, как и во многих городах России, начался сбор вещей для пострадавших на Кубани. Это вода, медикаменты, предметы личной гигиены, одежда. Пункты откроют в каждом районе столицы. Об этом сегодня сообщил министр труда, занятости и социальной защиты Айрат Шафигуллин. Этим вечером в пострадавшие районы отправится гуманитарная помощь от крупнейших предприятий города. Вся информация появляется в режиме онлайн на официальном сайте министерства. Также ее можно получить и по телефону, указанному на экране. Реакция руководства республики была достаточно оперативная. Решением президента республики Рустам Игоревич Миниханов создан штаб. Начальником штаба по оказанию помощи пострадавшим на Кубани определен вице-премьер республики Татарстан Сафаров Азгат Ахметович, который координирует эту деятельность. Вопрос доставки гуманитарной помощи занимается два ведомства сбором гуманитарной помощи и работы с предприятием осуществляет Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. Сопровождением и отправкой грузов будет заниматься Министерство по чрезвычайным ситуациям по Республике Татарстан. В первую очередь необходимо в настоящее время бутилированная чистая вода, предметы личной гигиены, постельное белье, одежда, ну, самое необходимое, и принимается только новое. На набережных Челнах сегодня передано в суд уголовное дело о гибели ребенка в фонтане. Напомню, в мае этого года на бульваре энтузиастов в фонтан упал 9-летний Андрей Чурбанов. Пытаясь его спасти, в воду бросился находящийся рядом Данил Садыков, обоих ударило током. Данил погиб. Следователи установили, что на фонтане не было устройства защитного отключения цепи питания электронасосов. Кроме того, не имелось разрешения органов Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию электроустановок фонтана после их реконструкции. Уголовное дело завели в отношении трех работников Челнинского горводзеленхоза. Они полностью признали вину. Дело рассмотрят в особом порядке. В Татарстане сегодня прошел нефтяной саммит. В поселок Карабаш съехались и представители крупных нефтегигантов и малых компаний. Их усилиями в этом году добыто более 16 миллионов тонн черного золота. Мой коллега Дмитрий Фторов с подробностями. История таких встреч ведется с 2001 года. Этот форум 12-й по счету и второй раз проходит на живописном берегу Карабашского водохранилища. Нефтяной саммит – это площадка, где нефтяники, ученые и власть в формате без галстука обсуждают текущие проблемы и перспективы развития отрасли. Ориентироваться на успешные западные компании решили в ближайшей перспективе татарстанские нефтяники. А это в первую очередь новейшие технологии и энергоэффективность. Как следствие повышения нефтеотдачи. Ноу-хау бурения и добычи на юго-востоке республики внедряют ежегодно. Разбуриться, потом только пара закачать. Нельзя постепенно вот эту начал. Месторождение разбуривается, потом пара закачивается. Но мы хорошие дебиты получаем там, где хорошо прошли по пласту. Вот там, где ваш... Скважина малого диаметра, увеличение коэффициента добычи нефти, из этого вытекают внушительные цифры. Более 13 миллионов тонн черного золота только за прошедшие полугодия. Освоение месторождений в регионах Поволжье и на Ямале. 172 миллиарда рублей в бюджеты всех уровней.
Силовым предприятием управляющей компании «Татборнефть» проборено 323 тысячи метров горных пород. В эксплуатацию введены 136 новых добывающих скважин со средним дебитом 8,8. На пленарном заседании сначала почтили память жертв наводнения на Кубани и автокатастрофы на Украине. Среди обсуждаемых тем разработка мелких месторождений, трудноизвлекаемых запасов, обеспечение экологической безопасности. Президент уверен, проблемы отрасли по-прежнему готовы обсуждать и на федеральном уровне. Те внутренние резервы, которые есть на существующих месторождениях, они должны быть вовлечены. Здесь нужна наука, здесь нужны преференции. У нас есть несколько предложений серьезных по малым месторождениям, по выработанным месторождениям. Я думаю, что мы их будем дальше продвигать. В финале саммита всероссийской награды удостоены татарстанские нефтехимики. Нижнекамск нефтехим стал лучшим предприятием в стране по внедрению системы экологической безопасности. Дмитрий Фторов, Айрат Мухамедзянов, Вести, Татарстан, Бугульминский район. Татарстан и Узбекистан будут сотрудничать в культуре, науке и социальной сфере. Детали обсудили сегодня президент Рустам Миниханов и чрезвычайный полномочный посол Узбекистана в России Зиядулла Пулатходжаев. Посол находится в республике с двухдневным визитом. Запланирован ряд встреч и посещений инновационных площадок Татарстана. Пушечные выстрелы доносились сегодня с острова Града Свияжск. Залпами приветствовали гостей, прибывших на историческое место на экскурсию. Там высадился десант ЮНЕСКО. А накануне участники молодежного комитета международной организации побывали в Болгарии. Их сопровождали и наши корреспонденты. Иноземных гостей встретили красочными залпами, как на сказочном острове Буяне. Согласно легенде, Пушкин именно о Свияжске упомянул в сказке о царе Салтане. Однако все, что увидели посетители, реальность. Град на острове, как будто застывший в прошлых веках. Без заводов, автомобилей и высоток, из стекла и бетона. Да еще карета на конном дворе, силач, кузнец и гончар. Гости вернулись во времена, когда пушки на высоком берегу Свияги и Волги не были бутафорскими. Заседание, круглые столы и симпозиумы завершились. Второй день борцы за всемирное наследие ЮНЕСКО знакомятся с историей и культурой республики. Юноши и девушки признали, что в мире многое повидали, много поездили, но исторические жемчужины произвели сильное впечатление. Болгар и Свияжск поразили. Очень много работают над реконструкцией. А самое большое впечатление – это мирное сосуществование двух религий. Все было построено по новому. Это очень интересно. История очень интересная. Я уже купил путеводитель, чтобы потом еще раз все прочитать. Каждый из участников молодежного слета представит опытным коллегам из ЮНЕСКО отчет о поездке. Юноши и девушки признались, что писать им придется много. Много интересного. Альбина Батрушина, Илья Савельев, Вести, Татарстан. Выйти сухим из воды не получится. Это касается тех, кто не соблюдает правила поведения на водоемах. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам вышли в рейд. Проверяли отдыхающих на лодках и на пляжах. Кто заплывает за буйки, расскажет Наталья Колюшкина. Заплывайте за территорию пляжа. О правилах поведения на воде спасатели напоминают каждый час, но сотрудники МЧС считают, этого мало. А потому отправились в рейды по пляжам, в надежде еще раз напомнить о безопасности. Первым в списке оказался «Локомотив». Небольшой соцопрос среди отдыхающих показал, с правилами поведения на воде большинство знакомы. Нельзя в большую глубину, там детям плавать. Горить не надо, шуметь не надо. Если вода чересчур холодная, купаться тоже не нужно. Однако одних профилактических бесед мало. В ход пошли листовки. Раздавали памятки, что делать, чтобы отдых не превратился в трагедию. Сложнее всего найти общий язык с нетрезвыми, говорят спасатели. Если человек не понимает словами, что, скажем, на наши замечания он не реагирует и не может покинуть общественное место, то тогда приходится вызывать патрульный экипаж. Проверки прошли не только на суше, но и на воде. Серьезных нарушений у владельцев судов не выявили. Однако замечания сделали. По технике безопасности все члены экипажа должны надеть спасательные жилеты. Но о них частенько забывают. Ваши жилеты находятся очень далеко, они должны быть в легко доступном месте. Сотрудники МЧС будут держать городские пляжи под контролем. В такие рейды они будут выходить до конца купального сезона. Наталья Колюшкина, Адель Бендубаев, Вести, Татарстан.
Обещания надо выполнять. К этому сегодня призвал мэр Казани Ильсур Метшин дорожников. Сейчас в городе идут строительные работы на нескольких развязках, обновляют покрытие. Есть случаи, когда движение открывают не в срок, но даже напряженный график, по словам градоначальника, этому не объяснение. Василия Хузина разбиралась в дорожной путанице. Пятничным вечером казанских автовладельцев ждал очередной неприятный сюрприз. Закрылся участок на проспекте Амирхана по направлению от моста Миллениум до Чистопольской. Водителям пришлось искать объездные пути. А таких было немного. Всего один, по Сибгатхакима. В итоге на второстепенной улице образовались заторы. Причем многие жаловались, что не слышали о закрытии дороги. Безобразие. Можно было сделать все в выходные дни. Это издевательство над людьми. Оповещение было в интернете, но то, что будет в выходные только. Я, конечно, подразумевала, что в понедельник утром будет бардак. Но я сегодня двигалась по Миллениуму. 1:20. Это ужасно. За нехватку информации о ходе ремонта казанских улиц критиковал сегодня подчиненных и мэр столицы. Он считает это основной причиной недовольства горожан ситуацией на дорогах. Нам не хватает информации. Я в сотый раз об этом говорю уже. Вот про Чистопольскую посмотрите в сетях, сколько об этом пишут. Там ругают, чего только это, чертыхаются. Наверное, иногда справедливо. Если бы один плакат с одной стороны, и люди понимают, что мост еще не доделан. А то вместо того, чтобы хоть какие-то люди видели улучшения, ну, все-таки, конечно, есть подавляющее большинство их видят и пишут об этом, или просто не пишут, вы получаете массу нареканий. Как сообщили сегодня в мэрии, открыть этот участок должны уже завтра. А вот сама эстакада будет недоступна еще несколько недель. В планах движение здесь откроется 4 августа. Но, как показывает практика, сроки окончания работ на казанских дорогах выдерживаются не всегда. Как в случае с ремонтом на проспекте Победы. Перекресток обещали открыть 25 июня, но проект пришлось корректировать, и рабочие выбились из графика. Тем не менее, градоначальник призвал подрядчиков держать данное слово. Называем сроки, да? Давайте их выполнять. Вот. Для людей, которые там живут, лучше бы сказали 3 июля, а сделали 2, чем сказать 25 июня и сделать 2 июля. Понятно, напряженные графики. Себе ставьте 25 июня, но как-то давайте научимся уж обещания выполнять. Некоторым оправданием для дорожников служат огромные объемы работ. Графики весьма напряженные. Основные работы приходятся как раз на июль и август. Вместе с дорожным полотном меняют и коммуникации. А почти четверть из них бесхозные. Это существенно снижает темпы ремонта. Зато результат обещает порадовать казанцев. До конца лета в столице приведут в порядок 64 автомагистрали. Василия Хузина, Илья Савельев, Вести, Татарстан. В поисках земли и покоя казанцы продолжают покидать мегаполисы и обустраивают свой быт в полях. Вдали от цивилизации они создают экологические поместья. Но вот хозяевами своих владений их назвать нельзя. Земли по закону им не принадлежат. В Госсовете уже взялись за разработку соответствующего законопроекта. О робинзонах нашего времени Диана Василова. По площади, если, то как глаз ляжет. Можешь вот с такого расстояния малину разглядеть. Вот ягоды видишь? Зрение не посажено? Нет. Вот, все, значит, вот это примерно. Они сами устанавливают границы и выбирают, где родовому поместью быть. Первопроходцы века 21-го. Павел Матвеев стал первым жителем родового поместья Ладушки, которое сам же создал. Несколько лет назад на пустыре развернул хозяйство. Экологическое. Вот, а так, в принципе, из отходов производства фанерных заводов, вот, переобрезь они делают. Самое, сплели типа корзинки. Вот такой вот сарайчик. И от Нивы у меня вот оставалась от второй Нивы крыша. Машину разбирали. Вот от машины крышей накрыли. Хозяин земли на участке не хозяйничает. Здесь не косят траву, ведут неглубокую вспашку земли. Дома из экологически чистых материалов и даже альтернативные источники энергии – ветрогенераторы. Ветром их крутило в горизонтальной проекции. То есть они, когда генератор вертикальной проекции работает, не дают, вернее, низкочастотный шум. И местная живность у нас не очень на это хорошо реагирует. А в горизонтальной проекции, когда работает ветряк, он уже таких не дает. До ближайших соседей сотни метров, натуральное хозяйство и, конечно, борьба с полиэтиленом. По образу и подобию этого экопоселения в Татарстане существует еще около десятка. Основывают их жители мегаполисов, подальше от суеты. Строят дома из соломы и бамбука, подключают солнечные батареи. Стараются полностью отказаться от городских благ.
К родовым поместьям в Татарстане пока не протаренная тропа. Ни к одному из них не ведет дорога, ни одно из них не отмечено на карте. Так что пока цивилизации экопоселенцам не по пути. Родовое поместье. Этот термин не существует ни в одном нормативном документе. Между тем, земли экопоселений должны оформляться и иметь определенный статус. Сейчас в Госсовете Республики разрабатывают законопроект. А пока около 1000 владельцев соломенных домов и ветряных мельниц без прав справляются с трудностями освоения новых территорий. Здесь самообеспечены, самодостаточны. Находитесь не под влиянием цивилизации. Там... Диана Васильева, Илья Савельев, Вести, Татарстан, Верхнеуслонский район. Рассмотрение дела бывшего главы Верхнеуслонского района Александра Тимофеева перенесено. Сегодня оно не состоялось, потому что подсудимый почувствовал себя плохо. Об этом нам сообщила пресс-секретарь Верховного суда Татарстана Наталья Лосева. Тимофеев доставлен в больницу, предположительно, с диагнозом гипертонический криз. Процесс состоится 30 июля. Напомним, что сегодня в Верховном суде республики должны были рассмотреть вопросы о замене штрафа иным видом наказания. Если не выжить их, они сами выживут жильцов. В одном из челнинских домов поселились тараканы. Они там буквально кишат. И как ни парадоксально, появились насекомые сразу после дезинфекции. Как люди борются с таким соседством? В материале наших коллег. Женщина защищает от тараканов даже входную дверь. Говорит, что насекомые были и раньше, но такого количества никогда не видели. Нашествие прусаков произошло, когда сотрудники ЖЭКа по заявке жильцов провели дезинфекцию в подвале. Однако повторные жалобы на тараканов, по словам Клары Фадеевой, коммунальщики не принимают. Я звоню, одна кричит, заявки не принимаем. Я у нее номер заявки спрашиваю, не принимаем заявку. Я говорю, так они в квартиру лезут, а ты говоришь, свою дверь закрой мне. Чтобы разобраться, почему коммунальщики не принимают жалобы жильцов, мы отправились в ЖЭК. Они же вылезают на яд, вы что думаете? Из яд, когда начинаешь обрабатывать, все тараканы вылезают. По словам работников ЖЭКа, тараканы в подъезде исчезнут в течение 2 недель. Тельца мертвых насекомых еще будут появляться. В управляющей компании «Комстройсервис», куда мы также обратились за разъяснениями, заявили, что не оставят ситуацию без внимания. Мы это проведем расследование, поэтому... Сейчас у нас появится Андрей Федоровна, замдиректора по эксплуатации. Она сейчас в данный момент исполняет обязанности генерального директора. По словам Галины Козук, уже завтра сотрудники должны провести повторную дезинфекцию и санитарную очистку подъезда от тараканов. Страдать жителям от нашествия рыжих и усатых созданий осталось недолго. Эльвира Салахова, Ильнар Мустафин, специальный вести Татарстана, из набережных Челнов. Сейчас мы прервемся на прогноз погоды, после чего вновь вернемся в студию вестей. Не переключайтесь. Десятого июля в Татарстане малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура ночью 10-15, днем 26-31 градус. В магнитном поле Земли ожидается слабая буря. Характер погоды спокойный. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 35-40%. В итоге дня у Олега Сафиканова в полночь. Далее выпуск федеральных вестей. Берегите себя. Увидимся на канале «Россия».